Меж тем, из-за публичных оскорблений разгорается другой конфликт. Прокуратура Бурятии проверит действия депутата Государственной Думы Николая Будуева. На него пожаловался руководитель Республиканской службы по тарифам Борис Хмелев. Его весьма смутило выступление Будуева на пресс-конференции месяц назад. Тогда депутат нелестно отозвался о Хмелеве и даже намеревался отработать на нем классический прием индейцев. С Хмелевым у нас давние отношения. Я не понимаю, почему Хмелев так агрессивно против меня выступает. Откровенно скажу, у меня очень большой соблазн появился на свой пояс прицепить кудрявый скальп после всего этого. Я думаю, что я этим буду заниматься ближайший квартал. В итоге в конфликт вмешалась прокуратура. Другие подробности проверки пока неизвестны. Оба фигуранта дела от комментариев воздерживаются.